просмотра видео, я думаю, вы поняли, что будем говорить об особенной стороне планеты Хонда. Мы все знаем, что Хонда производит автомобили, мотокосилки, мотоциклы, силовую технику, генераторы. Но мало кто знает, что 30 лет назад руководство компании Хонда решило создать механизм, который не только ходит на двух ногах, но может быть полезен нам в повседневной жизни. Конечно же, я говорю об Асима. Нам будет очень приятно сегодня представить вам здесь, на этом континенте, впервые в России, третье поколение всемирно известного робота Асима. Но сначала давайте посмотрим видео, рассказывающее о том, как был создан этот замечательный робот, как он разрабатывался. Удивительное путешествие в мир инноваций и разработок. Внимательно на экран, пожалуйста. Своей известностью компания Honda во многом обязана собственным открытиям, исследованиям и разработкам в области современной человекоподобной робототехники. Для этого требуются передовые технологии, стремление к инновациям и улучшение условий жизни людей день за днем. Улучшая маневренность, сосредотачиваясь на служении потребителю и создавая продукты на благо общества. В мире, созданном для людей, инженеры сосредоточились на разработке ног, способных независимо ходить, и в 1986 году первый экспериментальный человекоподобный робот E-Zero сделал свои первые успешные шаги. Таким образом, инженеры компании Honda досконально изучили, как люди ходят и сохраняют при ходьбе равновесие, чтобы лучше понимать механизмы передвижения. В своих исследованиях они установили, что при ходьбе люди не сохраняют равновесие, как если бы они падали по направлению движения. В случае с роботом довольно сложно симулировать подобное передвижение во время падения. В 1988 году экспериментальный робот E2 совершил революционный технологический прорыв и дал толчок развитию роботов успешной E-серии. В любом случае, всем роботам E-серии не хватало туловища. Следующей главной целью инженеров стало создание полноценного робота с максимально легким и эффективным телом. Эти усилия легли в основу робота P1 в 1993 году. P1 был несколько сыроват, но, по крайней мере, человекоподобный робот был создан. В 1996 году инженерам Honda покорились новые рубежи в развитии человекоподобных роботов. Был создан новый прототип P2. Позднее был представлен полностью новый прототип робота модели P3, первого в мире автономно шагающего человекоподобного робота. Следующей ступенью к осуществлению мечты стало создание механизма, функционирующего в реальной жизни, чтобы поставить робота на службу людям. Результатом этих усилий явился Асима, сокращенно от передовых достижений в инновационном передвижении. Впервые представленный в 2000 году, Асима уверенно держал равновесие и был весьма ловок и быстр, в блестящем исполнении, имел стильный дизайн и был способен совершать простые действия в условиях реальной жизни. Важным стратегическим решением был рост Асима. Его размер позволяет ему легко маневрировать в реальной жизни, и его глаза расположены на линии глаз сидящего взрослого человека. С момента его презентации инженеры Honda продолжили совершенствование и улучшение показателей Асима. Их усилия легли в основу представленного в 2005 году нового поколения роботов. Этот Асима мог выполнять множество простых заданий, таких как толкать тележку или принести поднос, но самое впечатляющее было его умение бегать. Следующие улучшения последовали в 2007 году, давшие Асима возможность сотрудничества с другими роботами и заблаговременной зарядки своих батарей. До этого момента Асима был автоматической машиной, зависящей при выполнении заданий от программного кода и человеческого участия. Следовательно, следующим шагом стало создание более разумного робота, способного самостоятельно адаптировать свое поведение под окружающую действительность. Эти научные изыскания послужили основой для последнего поколения человекоподобных роботов Honda. Совершенно новый Асима. Вы только что посмотрели историю создания Асима вплоть до его второго поколения. Но инженеры Honda продолжают работать над программой своей робототехники. И сегодня мы рады представить вам третье поколение робота Асима. Вы готовы к встрече с Асима? Да! Асима, выходи!
I think people are waiting for you. Дамы и господа, впервые в России на этом континенте абсолютно новый Асимо.
Борис. Рейка села. Очень сильный удар. Браво, Асина! Аплодисменты. Асина! Причина, по которой Асина может совершать столь сильные удары, связана с тем, что увеличена скорость Асина при беге. Теперь Асина может противодействовать обратной силе при ударе мяча, при этом полностью сохранять свое равновесие. Система стабилизации, которая разрабатывалась как ключевая при обучении Асима автономному хождению, была значительно улучшена в этой новой версии. Асима может спускаться и подниматься по лестнице. Это необходимо, если мы хотим, чтобы он был полезен нам в повседневной жизни. И вы помните, что он может делать это абсолютно без пауз. Асима, can we go to the stairs, please? Сейчас Асима подойдет к лестнице и начнет восхождение без паузы, что было невозможно во второй версии. Итак, смотрим. Спасибо. А сейчас я хочу
величайшему за проделанную работу и пожать ему руку. Нашему. Let's shake hands over here. Мы с Асимо пожмем друг другу руку. Вот уважайте, с Асимо это всегда захватывающее ощущение. Иногда ты просто забываешь, что перед тобой не человек. Мы понимаем, что это машина, но в некоторых жестах он реально. Let's shake hands. Посмотрите, насколько плавно движение кисти и пальцев Асимо. Он сжимает мою руку как человек пальцами и кистью. Вот устройство, облегчающее ходьбу. Ассистент для ходьбы – это легкое носимое устройство, разработанное специально для людей с ослабленными мышцами. Устройство собирает информацию и высчитывает, когда и какую помощь необходимо оказать шагающему. Ассистент поддержки веса тела основан на той же технологии, но будет полезен людям с высокой степенью физической активности. А после землетрясения 2011 года в Японии Honda начала разработку робота, устраняющего катастрофы, для использования на атомных электростанциях и промышленных площадках. Различные робототехнические технологии были адаптированы для создания этого многофункционального робота, который в настоящее время трудится на Фукусима. Но давайте вернемся к нашему Асимо. В самом начале шоу вы видели, что он может совершать различные сложнейшие движения. У этого робота 34 степени свободы. Это означает, что 34 электромотора синхронно работают для того, чтобы Асимо мог совершать сложнейшие действия. Представьте, 34 мотора синхронно. Итак, например, танцы. Music Day. Goodbye, everybody. Hope to see you soon.